Добрый день! В этом видео хочу ответить на вопрос моей зрительницы, который буквально сегодня пришел, но мне показался интересный, время у меня есть, и я решил на него ответить. Алла Монастырская задала: спасибо вам большое. Константин, здравствуйте. Можете проверить информацию по блокировке сотового телефона? Уже от двух блогеров услышала, что вышел закон о том, что блокировать телефон, завезенный в Турцию, теперь будут через 365 дней. Есть блогеры, которые говорят, что это неправда, и блокировка по-прежнему через 3 месяца. Отвечаю на этот вопрос. И 3 месяца, и 365 дней – это правильные даты, но важно разобраться, что конкретно блокируют. Через 3 месяца блокируют сим-карту. А через 365 дней блокируют имей номер телефона. То есть с этим имеем нельзя будет выйти в Турции, так сказать, в эфир и пользоваться этим телефоном. Все телефоны, произведенные в Турции или ввезенные в Турцию из-за границы, внесены в единую компьютерную базу. Их имеи внесены в единую компьютерную базу. Когда вы въезжаете в Турцию с иностранным телефоном, естественно, проходит автоматическая проверка. В этой базе этого имея нет. И на номер телефона приходит СМС, в котором указывается, что вам предоставляется срок. Теперь это 365 дней для того, чтобы либо вывести телефон из Турции, либо оплатить ввозную пошлину, таможенную пошлину. Если 365 дней телефон в Турции пробыл, пошлина не уплачена, телефон не вывезен, он блокируется. Имей, номер имея блокируется в Турции. Если вы с этим аппаратом выйдете обратно в Россию, в Украину и так далее, в Казахстан, он там будет работать. Но в Турции он уже внесен в соответствующую базу данных, и больше с этим имеем телефон в Турции не будет работать. Это касается телефона, импортного телефона. А вот 3 месяца – это срок для сим-карты. Когда вы приобретаете в Турции турецкую сим-карту, вы должны предъявить документы. В Турции все абоненты регистрируются. Вы предъявляете паспорт, вы иностранец. И, соответственно, эта сим-карта будет работать 3 месяца, то есть 90 дней вашего безвизового периода. Безвизовый период закончился, вы становитесь, скажем так, нелегалом, и, соответственно, сим-карта у вас заблокируется. Сим-карта. Причем заблокируется она временно. Если вы получаете вид на жительство в Турции, вы предъявите его мобильному оператору, там, где вы приобретали эту сим-карту, его введут в компьютерную систему, и сим-карта разблокируется, вы снова сможете ею пользоваться. Либо на сайте вашего мобильного оператора в личном кабинете самостоятельно входите, вводите номер вашего вида на жительство, точнее сказать, номер иностранца, указанный в виде на жительство, и, соответственно, сим-карта разблокируется. Таким образом, сим-карта для иностранцев, зарегистрированная на иностранцев без вида на жительство, действует 3 месяца. С видом на жительство приобретенное или в последующем вид на жительство в систему введен самостоятельно на сайте либо через мобильного оператора, сим-карта действует бессрочно. Сим-карта. Телефонный аппарат иностранный, ввезенный в Турцию, 365 дней, если не вывезли, заблокируется. Вывезли, через какое-то время обнулится, снова можете ввести и снова пользоваться этим телефоном, опять 365 дней. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и эта информация будет интересна как вам, так и другим зрителям, которые, возможно, немножко запутались, так как действительно блогеры вот этого нюанса не понимая, то есть знают, что 365 дней, лично купили карту, вставили в телефон, 3 месяца прошло, и все остановилось. И они с полной уверенностью рассказывают, что нет, ну какие 365 дней, вот лично я, лично мой телефон, через 3 месяца сим-карта перестала работать. Достаточно зарегистрировать вид на жительство, если он есть.
Кстати, нюанс, если вида на жительство нет, вы можете, если найдется такой гражданин Турции или наш человек с видом на жительство, вы можете оформить на него, с его ведома, согласия, если человек предъявит свои документы, значит, этот телефон будет на него. Но я хочу сказать, что не очень посторонние лица стараются это делать, поскольку регистрация мобильного телефона на того или иного гражданина именно и предназначена для того, чтобы в случае каких-то незаконных действий можно было четко, ясно определить, кто, чей это телефон, кто незаконно смс-ку какую-то отправил, кто незаконно совершил какие-то действия с этим телефоном и так далее и тому подобное. Поэтому, например, если у меня есть вид на жительство, оформить сим-карту на незнакомого мне человека, я бы побоялся, потому что я не знаю, мало ли, что он будет, какие смс-ки и кому он будет посылать, а ответственность будет лежать на мне, потому что зарегистрированы на мне. Поэтому вот такая информация по сим-картам и по срокам действия ввезенных иностранных телефонов. Это все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки и дизлайки тоже.